Здравствуй, дорогой друг! Испытание, которое называется «Порождение Улья», находится на ферме Эрис. Преемница Юроны хорошо знакома с болью. Ее репутация укрепила уничтожение группы ульев. Она сделала это из жалости. У нас будет арбалет. И для того, чтобы все пройти это дело, нужно убить и изгнать 8 ульев и не получить никакого урона. Итак, поехали! Икс, смотрим опять темным зрением, бежим. У нас есть арбалет, дробовичок, обрез и кастет. В принципе, нам всего этого должно с тобой хватить. За глаза, не торопись, не бойся, целься. У тебя есть время до того, как бабулька сможет напустить на себя, на нас с тобой, эти всякие страшные штуки. Поэтому не переживай, все будет хорошо. Здесь залезаем по сенцу. Перезаряжаемся, изгоняем, все нормально. Вон бабуля опять стоит, где надо. Забираем, убиваем, дальше идем с тобой. Все у нас с тобой более чем хорошо. Все, мы успеваем, все нормально. Тихонечко им дальше, смотрим дальше, что у нас. Где? Тут, кстати говоря, еще тоже будет зависеть от того, насколько удобный спавн ульев. Не торопись, хотя на самом деле, да, я говорю, что не торопись, но не торопись, когда вот это позволяет ситуация. С ульем, если ты вдруг выстрелил и промахнулся, лучше сразу беги, потому что тут других вариантов нету. Даже что-то не понял, внутри что ли сидит? Нехорошее место. Арбалет одно из любимых моих оружий вообще в игре. Очень нравится мне. Вот прям вот отличная штука. Если ты особенно умеешь в него играть, то у тебя вообще проблем не будет. В принципе. Делаем вот так. Дальше смотрим, где они могут быть. Все, перезаряжаемся пока, потихоньку лезем. Мне неудобно. Мешаете, отойдите, пожалуйста. Бабуля. Все нормально, все убиваем. Опа, все. И знаете, кого хотите, мы свою выполнили миссию. Вот так вот, драгоценный мурож, ты все видел сам прекрасно. Спам ульев меняется довольно кардинально, я проверял. Поэтому, если у тебя вдруг ничего не получается, перезапустись. Они заспавнятся в другом месте, может быть, куда удобнее для тебя будет. Как видишь, ульев, сразу стараясь их уничтожать, потому чтобы они не успевали напускать на тебя своих мушек. Избавляйся от одержимых, чтобы они тебе не мешали. И, в общем, все у тебя получится. Времени полно, успеешь, все получится великолепно. С тебя большой пальчик, комментарий под видосиком. Я с тобой буду прощаться. Stay safe and brutal. И до новых встреч. Встретимся на болотах, охотник.